В общем, всем привет, мои умники и ребята, кто впервые вообще видит это видео. Меня зовут Богдан, рад знакомству. Вот, и сегодня мы смотрим с вами Black Star. Или Егор Крид уже, скорее всего, ушел с Black Star. Потому что, почему я решил посмотреть Егор Крид слухи? Потому что, во-первых, я его слушаю. Во-вторых, мне сказали то, что здесь наконец-таки можно будет выложить ролик с Егором Кридом. Потому что все его ролики, где он присутствовал в Black Star и песни, они все у меня блокировались. Потому что Black Star запрещает, короче, снимать на них реакции, походу. Погнали. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Совлекшись. Не знаю. Ветхого человека с делами. Его и облекшись. Я первый раз слышу такие слова. Облекшись, скорее всего. Который обновляется в познании по образу создавшего его. Кол 3, 8, 10. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Очень... В стиле хоррор сделан, да, скорее всего? Ужастик, типа. Или что-то связанное с... Хотя нет, не в стиле хоррора, нет. Слухи. Кстати, очень круто сделали снимок с... где там чувак улыбался. Я так часто слышу неправду. Устал слушать все эти слухи. Так, хорошо. Вчера все, кто мне улыбались, оказалось, что крысы и суки. Я устал от уличных людей. Им набраться бы новых идей. Им всем нужен быстрый пиар. Он должен быть черный, как тень. Я смеюсь и читаю опять о себе, о том, что я снова наделал. Жаль, на деле народ вот верит во все, что я никогда бы не сделал. Всем всегда за все воздается. Бумеранг улетит и вернется. Я не знаю, за что уже биться, но буду биться, пока оно бьется. Смысл этих несвязанных строчек не узнает никто, как и то, как та, что всегда заряжала, в один день может убить тебя током. Ну, типа, да. Он имеет в виду то, что когда ты с девушкой живешь даже вместе, женат на ней и так далее, ты... есть люди, которые полностью не доверяют своей девушке, даже с учетом того, что он женат на ней. Потому что в любой момент можешь что угодно, сплевываю, надеюсь, ни у кого такого не произойдет, что-нибудь произойти, и она окажется тебе врагом. Ну, не в прямом смысле врагом, ну, предателем, будем так говорить. Вообще обо всем это так, ни о чем, просто мысли, что сон мой тревожит. Жаль, без супергероя быть может злодей, а супергероя без злодея не может. Девушки, я не говорю, если что, только про вас. Я имею в виду то, что и с парнями то же самое, скорее всего. У Егора Крида, походу, выходит Black Star изо рта. Вышел, наконец. Ну, кстати, круто снято. Мне нравится. А кто рядом с тобой спит? Смотри, Егор. Не хочешь, да? Ну сейчас... Да ладно. Ладно, вот это было круто. Короче, что я могу сказать? Руслан Мусачев, привет. Мне понравилось, потому что это очень круто снято. Это снято в стиле хоррора. Это снято в... Вообще интересно. И здесь есть сюжет. И здесь есть очень, кстати, важные мысли, которые он сказал. Ребята, доверяйте только тем друзьям, кому вы можете доверять, потому что любой момент, любой друг может вас просто вот так вот по щелчку пальца и гуляйте. То есть я думаю, то, что вы поняли,
То, что Егор Крид здесь передал очень важную мысль, и надеюсь, то, что вам как минимум понравился, что ли, этот видос, потому что, ну, здесь очень много мыслей. Даже, типа, ваша любимая девушка или тот же любимый парень может в любой момент хопач по щелчку пальца взять и отвернуться от вас. Ну, то есть, такие люди бывают. Вот, поэтому, ну, то есть, доверяй, проверяй, как говорится. В общем, спасибо огромное, если досмотрели до этого момента. Мне очень приятно то, что вы посмотрели вместе со мной этот видос. Наконец-таки я могу снять на Егора Крида реакцию, потому что сколько бы я ни снимал, мне ее блокировали всегда. Подписывайтесь на наш с вами Инстаграм и всех людей, кто добавляется ко мне ВКонтакте, подписывайтесь на меня. Я добавляю вас всех друзья только субботу и воскресенье. Это именно те, кто лайкает, репостит, комментирует. Поэтому спасибо большое за просмотр. Всем пока. Да.